прямо за нашей спиной, где сейчас дома, тянулась набережная, и сюда пришвартовывались корабли. Из разных стран, с разными грузами. И, конечно, разгрузив свои корабли, или наоборот, загрузив их тем, что покупали здесь. Естественно, осматривали свои снасти, осматривали сюда. И, как правило, возвращались именно на эту часть города. Именно здесь находилась так называемая железная площадь. На этой площади торговали различные железные различные изделия, необходимые для города. Будь что шкоды, будь что якоря, будь что... Да упаси Господь. Я магазин сувенирный нашел. Очень много топили углем. Дрова себе заготовить было сложновато. Вот посмотрите, мы находимся на скале. Для того, чтобы вырубить вот эти, видите, вот у вас маленькие окошечки здесь, да? Это маленькие подвальные помещения. Но сколько ты там его продолбаешь, сколько там можно дров хранить? Очень и очень ограниченное количество. А вот уголь сюда можно было завести. Им гораздо лучше. Так, пришли по граду мужчины. Они не оставались, они не анонсировали какие-то крови. Да, это редкий случай. Жить на заливах крайне сложно. Мало плодородных земель, а сильно это было как-то. Поэтому все сложились и участвовали в вот эта маленькая Ганя, которая на карте видно, в свое время никого не интересовало 1969 года, когда там нет нашей нашли, да? Тогда там же законы, там, где официально провозглашались наказания и награды. На нее, на эту площадь, выходит 6 улиц. Как правило, улицы большие, 16 мужских локтей. Брали среднестатистического мужчину от пальчика верхнего до локтя, расстояние, и вот так вот 16 локтей. Для чего? Для того, чтобы повозки могли проехать, да? Это было тоже очень важно. Кого везли или что везли на повозку? Конечно же, товары, а также тех, кого нужно было судить. Девочки, в первую очередь, ваши. Представьте себе, забоняешь его? Кому обращаетесь? Женщине, которая знает травы. Ведает. Ведунья-ведьма. Красивая?
ведьма. Некрасивая? Ведьма. Грузоподъемность метлы какая? 48 килограмм. Перемычки между домами существовали очень и очень давно. Да, и там это были жилые помещения. Достаточно поставить кровать. Кровать двухспальную. Вы понимаете, я о чем говорю? Мы не спали, люди, так, как мы сегодня спим, да? Чтобы руки отдельно, ноги отдельно. Это была особая такая игра с особыми правилами. Но играть ее могли только дворяне. Чуть позднее, в 17 столетии, здание реквизировали, отдали лютеранскому приходу. Что такое лютеранская церковь и церковь в городе вообще? Церковь в городе – это значит, будет школа для бедных. Правильно? Церковь в городе – это значит, будет обязательно приют для тех, кто немощен, для тех, кто нуждается в поддержке. Вот в такой поддержке нуждались, соответственно, маленькие дети. Поэтому при этой церкви был приют. И уже в наше время, в 20-м веке, создать понимание правильной семьи, чтобы люди не бросали детей, не бросали стариков. И вот тогда Льюис Эриксон создает огромный такой, 3 метра размера. Напомню, что эта площадь появится гораздо позднее, чем та площадь, на которой у нас проходила самая кровавая Стокгольмская баня. Ведь сам дворец начал строить ее собственно. В 1692 году до этого роскошного здания успешно ходил первый замок. В латышском языке у нас два понятия обозначаются одним словом. Филд, дворец, филд, замок. В русском языке чуть-чуть попроще понять. Замок – место, где защищается жизнь человека. А дворец – там, где показывается его богатство. Так вот тогда, когда уже в конце 17-го столетия Швеция была на пике своего могущества, естественно, никому не надо было ничего там показывать, защищать, а вот могли показывать свои богатства. И вот тогда король, это как король, приходит и говорит, что хочет здесь построить себе на месте замка с большими башнями красивый роскошный дворец. Приглашает известнейшего по тем временам архитектора Тессина-младшего. И начинается строительство. Это уже эпоха барокко. Строительство идет крайне медленно, по одной простой причине. Денег мало, Швеция в это время активно участвует в войнах. Вот так как сегодня Соединенные Штаты насаждают свою политику, точно так же в 17 веке Швеция насаждала свои идеи. Тогда шла борьба между католиками и протестантами. И у них это серьезно. Ай, да, там, Yeah.
Thank you.
скоро заеду.
Thank you.
Русского классицизма. Абзац была простая стена, сделанная из камня, серого камня, тогда, когда еще был первый датский замок. Приблизительно здесь, где-то в центре, была арка, которая была защищена большой такой решеткой, и рыцари туда заезжали на лошадях, туда же завозили дрова, продовольствие и прочее. И вот при Екатерине II было сказано, вот эту стену всю взорвать, часть построек снести, и при архитекторе Мальковском строится вот это здание. Оно не сильно большое, но оно по тем временам считалось очень современным, красиво украшенным. Посмотрите, сохранились лишь только по второму этажу, да, небольшие такие над окнами украшения. На сегодняшний день здесь находится законодательный орган Эстонии. Здесь собирается парламент Риги-Ко. 101 депутат, в отличие от нашего Сейма, где 101 депутат, но в любом случае именно здесь решаются все законодательные акты, все вопросы, связанные с жизнью в Эстонии. Поэтому мы увидим и герб, который подарили, кстати, датчане Эстонии. Вот эти три льва, посмотрите, везде на гербе, это как раз-таки символ, подарок от датчан. Но самое главное, это, конечно же, флаг, символ государственности, символ независимости и свободы. Три цвета. Синий – цвет моря, который кормит всегда и всегда помогал эстонцам. Земля – это черный цвет, потому что очень много крестьян и очень трудолюбивый народ эстонцы. Ну а белый – это честь, о котором никогда нельзя забывать ни слугам народа, ни самому народу. Когда-то прямо напротив этого дворца находилась пустошь, здесь было кладбище, здесь была небольшая каплица и кладбище, да, где хранили людей. Но уже впоследствии, на рубеже веков, в 1900 году, при помощи Московской патриархии, здесь закладывается вот такой величественный прекрасный собор во имя святого преподобного Александра Духа. И таким образом оправдывают аннексию этой территории. Но когда вы, мужчины, поднялись на этот холм, вашим взглядом предстает маленькая деревянная церквушка, опять же, во имя святого Николая Угодника, покровителя всех мореходов. Это значит, господа, датчане, ваша миссия провалилась, убирайтесь вон. Не-не-не, говорят датчане, мы здесь останемся, нам здесь очень сильно нравится. И так случилось действительно. Та церквушка была снесена, а на ее месте, как на месте намоленном, начинается строительство церкви. Доме Оптиму Максима, Богу Единому Всемогущему. Прохода здесь не было. А это значит, что мы с вами не жили дружно. Ну вы богатые, куда вам там до нас? Не дай Боже.
Иной раз вы прямо устраивали вылазки для того, чтобы нас, бедняков, еще пощипать и пограбить. Ну, что вы думаете, и мы не оставались нахаживали. Поэтому я сейчас предлагаю кому-то заработать. Кто хочет заработать, платить буду золотом. Вообще, расскажу, как надо жить правильно. И кто не хочет, золото никому не надо. Золото. Что там? Ну, со слевой каускурблакус, да? Это значит, кому золото? Ребенок, ты будешь работать? Как тебя зовут? Работать. Рома, иди сюда. Работать будет Рома. Дай-ка. Надо давить. Рома, слушай сюда. Честно, жить это, конечно, хорошо. Но можно жить хорошо еще лучше. И не совсем честно. Значит, я себя, как видно, когда-то продавали пену. А также женщины лишнего поведения продавали пену. Это было очень просто. Зато потом мужчины, все женщины, да, сажали в тюрьму. Вот там вот под этой башкой был внизу тюрьма. Что мы называем эти тюрьмы? Я говорила вам, называла точную дату, когда король Валдемар Датский пришел сюда вместе со своими воинами-рыцарями для того, чтобы покорить эту землю. 1219 год. Но свободолюбивые эстонцы, они были все сплочены вместе и уже на следующий год начали такое активное сопротивление. В 1220 году вынеслись большие бои. И вот там, с той стороны, в Петербурге, было тогда поле, и это поле было сражение между эстонцами и между датскими рыцарями. И вот в разгар сражения, когда непонятно, на чью сторону должна была перейти чаша весов, капеллан войска датчан опускается на колени и говорит: «Господи, пошли мне знак, кто должен победить». В это время, говорят, с небес падает красное полотнище с белым крестом. «Когда вы будете со мной или без меня в городе славном Копенгаген, вы уже будете знать, что именно здесь родился вот флаг датчан». Это было его себе представить. Посмотрите, видите, вот их фото в вашем крестике. Адамсон был его скульптором. Но когда-нибудь все-таки настанет мирное время, мы с вами поедем в Санкт-Петербург, я вам буду показывать мосты Санкт-Петербурга и ночью, и днем. В том числе на Троицком мосте будет находиться очень интересный растральный, малый растральный колонн, скульптором которых также являлся человек разносторонний, поэтому, конечно, стоит когда-нибудь увидеть его творчество в сервисе. Ну а мы спустились в Нижний город с вами, там, где строили церковь Святого Николая. Еще раз напомню, что это был определенный символ нашей независимости от вас, от богатых и знатных людей. И мы с вами в Стокгольме, помните, центральная церковь возле Королевского дворца. Я говорила, что в той Стоккирке есть... Мальчишек отправляют кошку догнать и в колодке утопить. Вот такой колесный колодец. За что топили кошек? Кошки проявление вообще дьявольской силы считается, да, в библейском понимании. А черная кошка два раза, правильно? К чему привело нас наше незнание? К тому, что мы извели многих кошек. А значит, с кораблями, которые приезжали сюда, приезжали в том числе крыси, на шерсти которых была чума. Поэтому не надо быть глупыми, надо всегда иметь
научные знания, и не надо топить печку. Представляете? А вот дома расположены точно так же, как расположены в 16-м районе. Сегодня здесь рестораны разных народов, разной направленности. Итальянские, русские, немецкие. Какие хотите. Но я вам советую все-таки идти в национальный ресторан эстонский. Причем это не столько ресторан, сколько правильный трактир. За моей спиной находится ратуша. Магистрат и ерат, так называется городское самоуправление. Это здание не первое, это здание советское, построено в 1647 году. Так обернете с той стороны, даже ясна, 1647 год. Конечно же башенка, посмотрите, она башенка сила города. Святой Томас. На самом деле это был нормальный житель города. Причем тогда, когда ему было 11 лет, этот мальчик участвовал в соревнованиях с стрелком. Стреляли из лука, из арбалета. Соответственно, когда стреляют, попадают в центр мишени, говорят, яблочко. А мальчишка тот мог в 11 поместиться, то есть стрела в стрелу попадала. Представляете? За что, когда он вырос, его пригласили в городскую охрану, даже выдали форму, чем он очень гордился. Ну а сегодня он находится на флюгере. Прямо под башенкой, где будет одна дверь. Там, соответственно, музей. Можно подняться наверх, можно спуститься вниз. Музей города Тани. Ну, конечно же, в этой ратуше сегодня проходят самые праздные заседания. А раньше здесь в том числе и наказывали. Посмотрите, на второй колонне наручники висят, да? Вот те, кто плохо торговали или нечестно, их приковывали, да, видите, к этим наручникам? Там еще кровь осталась. Ну, недавно тоже я так и я. Сюда же приводили свои жены мужчин. Для того, башенка. Мне когда-то рядышком и хранилище еще были. Видите, дверь где наверху, да, находится. С другой стороны, вот у меня, получается, слева у вас справа, очень красивое здание. Мне когда богадельни было, там же епископ проживал. А если в эту сторону посмотрите, вот она уходит, улица Вена, улица Русская. Там уже идет другой Николаевский собор. В 19 столетии Кирчика Батаргина пожертвовала достаточно большую сумму денег, чтобы сделали колокола, поставили колокола на этой церкви. И до сих пор колокольный медовый звон всегда оглашает старый рельс. Ну а мы остановились здесь, друзья мои, очень неспроста. Во-первых, хочу показать вам дом богатого человека. Перед вами, вот он как раз, здесь находится и кафе такой, типа ресторанного клуба. И рядышком булочная, да, говорят, что разумеется, что-то запишет. Но вот я говорю, что здесь живет самый богатый человек. Как вы думаете, чем он торговал? Нет? Нет? Что написано на доме? На доме что написано? Перцем. Это были действительно очень дорогие вещи, понимаете? И как бы у вас был такой мешочек перца в то время, то это считайте, как золотая карта Светбанка. Вас вы обеспечили за свою жизнь и жизнь своих деток. Даже немножко внукам вы осталось. Так что здесь было очень важно. Жил здесь неспроста, очень хорошо можно было посетить. И здесь вот такой ресторан Old Kanza, посмотрите. Конечно, ресторан сегодня современный, но полностью копирует то, что было в 16 веке. Никакой картошки вы здесь не найдете. По одной простой причине, картошки здесь нету, да? Здесь будут различные каши, здесь будет медвежатина, очень вкусная медвежатина. Цены не смертельные, но на некоторые блюда, конечно, просто можно только посмотреть. Мужчины, обязательно приведите своих дам, купите их. Пены! Девочки, это вес, я значит, они не проеду. Ну, моргни куда-нибудь, товарищ. Посмотрите, наверху деревянная галерея, где как раз таки ходили наши стражи. А в принципе вот эта галерея, там где вот такие вот небольшие углубления, как раз всегда торговали простые крестьяне. Но обычно здесь тоже бывает рынок, но сегодня праздничный день, поэтому нельзя. Если вы пройдете прямо вот до этого маленького домика, то вот и резко повернете налево, то попадете в бывший индуистский монастырь, Гагатари. Сегодня там идет здесь монастырь, там есть музей современного искусства. Если вы, минуя вот этого вот, как это, говядина, пука этого, минуя, пройдете по этой улице, которая называлась Парк, то дойдете до Трубочиста. Это если срочно нужно загадать какое-то желание. Помните, да? Нужно подержаться за пуговицу и
потереть нос. В самом случае памятник нос можно потереть. А если кто-то хочет увидеть настоящих трубочистов, даже не старые реки, приезжайте ко мне в Саласку. У нас живут трубочисты, я вам покажу. Ну, а мы с вами будем смотреть в сторону как раз выхода из города. Видите перед собой старый город. Когда кто-то входил в город, все всегда проверяли документы. Но когда выходили, естественно, что смотрели, как много накупили товары, не надо ли спасать на остров. Если вы были бы в то время, я бы советовала вам всегда, гуляя, иметь с собой какую-нибудь взятку, куколу в кармане. Почему? За это.